Кухня ЖКХ. Добрый день. В нашем проекте «Кухня ЖКХ» сегодня руководитель соседского центра управляющей компании «Актив Комфорт» Ирина Сергеева. Что это такое соседский центр? Чем он полезен кировчанам? И зачем его создала управляющая компания? Об этом в ближайшие несколько минут. Управляющая компания – это такой живой организм, но самое главное место в нем все-таки занимают жители. А как работать с жителями, когда постоянно некогда, когда они приходят, у тебя уйма проблем, которые надо решать по всем домам. Поэтому конкретно в нашей управляющей компании есть отдельно выделенное направление – социальное. Соседский центр – это такой формат «Дом культуры для взрослых», я бы так его назвала. Там собираются люди с различными интересами – кто-то любит шить, вязать, вышивать. Кто-то, наоборот, очень активный, любит путешествовать, куда-то бежать, ездить. Есть очень много людей, которым интересно слушать. Для таких мы приглашаем очень интересных людей из различных абсолютно направлений. Там есть большой круглый стол, у нас там есть кухня. Приходя туда, люди могут попить чай, задать нам вопросы на тему ЖКХ, и если мы в курсе, мы на все им ответим. По итогу это сводится к тому, что у нас получается достаточно большой коллектив разносторонних граждан, лояльных к управляющей компании. За 2,5 месяца активной деятельности соседского центра у нас собралось уже около 200 человек, которым интересно участвовать в мероприятиях. Хочу поблагодарить всех партнеров, команду «Глобус». Благодаря тому, что они нам сделали скидки, люди серебряного возраста узнали, как здорово играть в боулинг, как прикольно ходить в кино. Благодарю администрацию Октябрьского района. Руководители центра местных активностей нам очень сильно помогают, участвуют в мероприятиях, приглашают нас на свои мероприятия. Тем самым наш коллектив растет. А сейчас у нас активно развивается проект «Кухня ЖКХ». Он проходит в виде экскурсий на какие-то предприятия. Последний раз мы приглашали «Облбытгаз». Приехали в фирменной одежде. Они показали, как выглядит их пропуск. Показали людям, оказывается, они даже не знали, что же такое, за что они платят деньги вообще. Что это их личное, а что общедомовое. И, в общем, у нас очень много всего интересного, у нас есть целый план, он включает в себя многочисленные направления. Поэтому, если вы что-то умеете делать и вам хочется этим поделиться, если у вас есть свободное время и вы считаете, что вы не совсем себя реализовали, приходите и сделайте это на нашей площадке. Причем в соседский центр мы приглашаем не только клиентов нашей управляющей компании, но и вообще я бы очень хотела, чтобы это движение стало общегородским. Спасибо. У нас в гостях была руководитель соседского центра управляющей компании «Актив Комфорт» Ирина Сергеева. Соседский центр работает на Роза Люксембург 86В, телефон 222 892. Кухня ЖКХ.